Я слышал, что депутаты Госдумы хотят отключить Россию от интернета. Там YouTube запретить, там все, что можно. Там антивластных каких-то материалов ничтожно. В основном это то, что развивает сознание, развивает мысль, исторических много фильмов, да и просто, ну, все есть там. Для меня это было бы... Ну, это уже невозможно себе представить в жизни. Даже жизнь в Рунете без интернета. Я думаю, следующим шагом надо отключить нас от атмосферы, стратосферы, и вообще как-то выделить Россию. По границам поставить солдат с лопатами, выкопать Россию. Привязать к воздушным шарам. И вот так взлетим куда-нибудь туда. Новую планету создадим на орбите, новую Луну. С лесами, реками, широка страна моя родная, широка луна моя родная. Я не знаю. Мне лично по-человечески это все не нравится. Не нравится. Но это лично.